Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики, мой канал зовут Влад, и сегодня мы продолжаем играть в The Forest. Так, ну что ж, нужно... Опа, ты что, села на зажигалку? Ты сумасшедшая? Ну ладно, это Forest, это Forest, это Альфа и первое правило The Forest. Все люди, которые смотрят Black Silver, должны знать то, что первое правило The Forest, они говорят о багах The Forest, и мы о них говорить не будем. Ну, если, конечно, это будут неявно дикие баги, которые просто меня убивают, особенно типа ваншотов с гарпуна от туземцев, которые никогда даже в жизни не видели, что такое рестлинг. Ну, ну и ладно, короче, продолжаем. Сейчас основная, конечно, задача старта серии — достроить нашу крепость, а после чего мы поспим, чем вызовем сохранение в этой игре, чтобы себя обезопасить, точнее, нашу игру от багов. И, не знаю, наверное, пойдем туда чуть подальше, куда-то к водичке или каким-то к озерам, или вглубь леса, не знаю. Хотелось бы, конечно, сейчас найти себе бронь, то есть бронь защищает реально, вот по нам парень в прошлой серии ударил, и ХП даже не слетело, слетело только две полоски брони, то есть. Засранцы! Влепил мне, хотя не сильно, кстати говоря, какой-то слабый парень. Уроды! Ироды! Интересно, зайдут или нет? Что это такое? Гори, падла! Падла, гори. Нас что-то телепает. Вот это атака в начале серии. Массированная прям. Их там много, ребят. Давай, давай, через костер, через костер. Чё ты пятишься? О-о-о, давай, 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 давай. Я специально под тебя подожгу, парень. Ну и чё? Чё, не алё, не хочешь? Не-не, разбегается, разбегается. Хочет парень, хочет. Блин, ну не успел, но буквально три стенки достроить, эти ребята мне так мешают. Вот вы сейчас реально мешаете. Ладно, я вроде как выспался, поэтому есть сохранение какое-то. Придется драться. Нет, все, все, чувак. Вот эти все моменты звуковые, там, игра на пианино или не знаю на чем, вот эти пугательные элементы. Все, давай. Пока. Минус один. Не, сейчас точно захерачу тотем, чтобы эти падлы ко мне не лезли. Зараза. Тут же нет вашего священного дерева. Я не лезу к вам домой. Я вас даже не хотел трогать. Со спины, да? Ладно, я все-таки женщина, я тебе прощу это. Согласен, я поступил не по-джентльменски. Она в агонии валяется. И он тоже. Так, вроде мы не взорвались. Пожалуйста. Фух. Кстати, убили женщину, а голова мужская. Да, ну, молчим, молчим, молчим. Все отлично, все замечательно. Так, значит, вы вот так вот, да? Ну, значит, я прям на входе в свой дом строю то, что вы любите, ребят. Причем самую большую вещь строю. Чтобы вы знали, кто здесь. Так. Нам понадобится очень много всяких вещей. На этот дико огромный тотем. В прошлый раз я уже почти достроил его на вашем священном дереве, но я так понимаю, что его присутствие там вас не пугает. То есть там священная земля, и вы там деретесь до конца, то есть. Но здесь-то, я думаю, вам будет очково. А, все, это уже не нужно. 7 голов, 6 палочек. Это что было? А, палочки. Мы просто прошли сквозь дерево, и нога поломала палочку? Она рубает их быстрее, чем топор, смотрите. Офигеть! Лол! Вот, 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 слушайте. Какие-то новаторства я вношу. То есть не только вы учите меня, но и я учу вас. У нас с вами взаимное обучение в игре The Forest с подписчиками. Некоторые баги идут на плюс. Он ломает мелкий... Нога этого парня... Она как бензопила. Она ломает эти веточки прям налегке. Не надо ничего не махать, смотрите. Может, ты деревья ломаешь таким же... А ну-ка. Если сейчас это будет так, то я просто описываюсь. От счастья. Нет. Но какие-то звуки происходят. Страды, чертовские звуки. Нет, деревья она не ломает. Но
маленькие веточки добыть может. Чудо-нога, господи. Так, рука чья-то. Мне, конечно, голову нужны, но ладно. Слышите, эта штука меня реально забавляет. Запомните то, что ноги туземцев ваншотят маленькие деревья. То есть, если вам нужно собрать много мелких палочек, то просто даже не надо будет махать им топором, просто прошли, собрали. Зашибись. Вроде пока больше нету этих ребят. Тут камней что-то маловато. Я на песчаном берегу, и тут реально нету камней. Еще два. Еще два, и потом отправимся, наверное, за варанами. Задефимся броней. И по пути, если встретим этих ребят, то примем бой, потому что нам нужны головы. Мы опять собираем головы. Да, вот теперь мы страшные люди. Теперь мы реально... Так, нам нужно 29 деревьев. В принципе, не так уж много. Ну чё, красотища. Я вроде бы тут не все головы собрал. Какие-то могли укатиться, да. Так оно и есть. Ладно, бери топор. Наш инвентарь полностью забит каким-то шлаком. Голова. Может быть, есть еще? В игре есть баг дубляции. То есть одного трупа могут выпадать две головы. Да, это совершенно верно. Ага, он только одну подбирает. Я понял. Сейчас поставим, подберем вторую. Не, ну правильно. Таскать одну голову еще ладно, но таскать две головы это уже как-то неправильно. Мне, кстати, интересно, если я возьму голову в руку и как-то... Кстати, интересно, ее можно взять в руку? Стоп. Я профукал голову, то есть я аж сменил, я видел, как она упала вниз. Где она теперь? А, она покатилась с сумасшедшей скоростью. Стой, 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 стой. Материал. Ты куда? Я могу взять голову в руку? Где она? А, вот, я взял ее в руку. С ней можешь что-то делать? Да, я могу драться, и слушайте, она некрасивая. Нет, я надеюсь, что все-таки к релизу игры, где-то через годик, в игре будет деление на нормальные женские головы и мужские. Я не буду держать в руках мужскую голову, она некрасивая. Вот женскую голову я подержал бы. Поставил где-нибудь на полочке в виде украшения. Садизм, конечно, но... По-другому в The Forest никак. Так, все, все, увлеклись туземцами. Туземцами нужно сейчас доделывать наши стены. Это, не, ну этот парень, конечно, зашел так. Что-то до него ребята не заходили. До этого что-то доперло, что можно зайти через эту дверь. Похоже, нужно ставить какие-то ловушки возле двери. Ну, либо костер разжигать, конечно. Правда, будет проблема, я смогу ли я сам через нее перепрыгивать. А, у нас вообще нету сил. Водички выпей. Что с тобой не так? Ты чё? А, у нас еды-то не алё. Не только сил. Ну да, так. А, еще мы в кровище полностью. Да, да, да. Нам сейчас не до строительства. Нашему пареньку, скажем так, чутка плохо. Не только физически, но и эмоционально. Давай, помойся. Заходи. Оп. Замечательно. Ну, может, все-таки дорубишь? Я просто не хочу два раза тут пиликать. Давай доруби, пожалуйста. Мы потом покушаем, я тебе обещаю. Тедди. Оп, сразу. Просто кровавыми руками бить деревья не хотел. Это некрасиво сейчас. Ох, оно согнуло. О, господи. Эти баги. Блин. Ладно, но это ранняя альфа, ребят. Для ранней альфы это шикарно. Всяко бывает. В Дейзи на ранней альфе и пожестче баги были. Особенно, когда идешь по прямой местности, у тебя ноги ломаются. Вообще ништяк. Кривые деревья не так обидные, так как ломание ног. 80 листиков мы насобирали. Так, давайте, наверное, попробуем крольчатину. Потом мы все рыбой да рыбой. Надо как-то питаться разнообразно. Кто-кто в теремочке живет? О! Ой-ой-ой. Топорик. Они мимо пробегают, что ли? Или это они так собираются в отряд? О, они остановились, ребят. Их там четверо. А там трупы. А тотем... Я загорелся. Покушай. Вот это что-то вообще неадекватно. Я поел, но сил не восстановились. То есть желудок до сих пор светится. А у нас, ну а если батончик? О, заработало. Наверное, из-за того, что я в
костер попал. Немножко жизни все-таки отбавились, наверное, из-за этого. Ладно, давайте пока удовлетворимся батончиками. Еда не так важна в этой игре, как питье. Еду можно тратить, еды много. Где эти ребята? Мне нужны головы. Ау! Да ну, убежали, что ли? Что вот это за срань? Головы предыдущих туземцев. Именно нормальные человеческие головы. О-о-о! Ему выжгли глаза. Господи. Начали обставлять меня тотемами своими сраными. Сейчас я свой дострою, посмотрим, кого красивее. Вот засранцы, а. Но ничего, мой тотем будет реально отпугивающим. Вот если вы такого не обосертесь, то я не знаю. Тогда вы реально крутые. Да дождь задолбал уже. Я сижу, не знаю. Ребят, вот оденьте наушники, наверное. Я просто не знаю, насколько хорошо передается звук. В моих видео просто постоянно обращаюсь к Black Silver. Ну, Black Silver в плане таких прохождений, наверное, топовый блогер. Вот таких вот атмосферных выживаний в лесах, всяких или в дейзах. И у него, конечно же, у него студийный микрофон, во-первых, во-вторых, ну, по-любому все настроено гораздо лучше. Короче говоря, далеко от темы ушел. У него именно звуки в наушниках, когда сидишь ночью, прям настолько дико хороши. Я не знаю, насколько это передается хорошо у меня. Мне кажется, все-таки у меня шлак полнейший, хрипящий. Но вот у него звуки дождя, каких-то звуков леса настолько реалистичны, что сидишь и прям думаешь, что на тебя вода капает. Прям какая-то паранойя, что ли, шизофрения, что ли. Страшно прям, что настолько все реалистично сделано. Ну а что-то дико кончается быстрая жратва. Я, кстати, писал об этом... О, не я писал, я видел комментарий об этом, то что... В этом плане есть какой-то дисбаланс. Неправильный. То есть здесь реально парень хочет постоянно жрать. Если чем-то постоянно каким-то занимаетесь, то есть не до такой же степени, что прям дерево срубил, есть захотел. Так. Построили. Осталось совсем чуть-чуть. Что у нас там по ловушкам, кстати говоря? В игре есть еще ловушки, еще есть много чего, но не открыто пока что. Плоты, да, дом на этих, я знаю. Грядка, но это чуть попозже будем что-нибудь выращивать, если найдем семечки. Ну вот это не херовые такие вещи, я бы вам сказал. Так, лавочка нет. Ловушка возле дерева, у нас вроде как, по-моему, нету еще ниточек. Эту штуку я поставил бы. Интересно, она как-то захлопывается или... Да-да-да, вот петля перед ней, да? Вроде как они тоже говорят, что ловушки пока что не совсем адекватно работают, поэтому заморачиваться в их плане пока что не стоит. Самая лучшая защита от туземцев — это костер на входе в ваш дом. Либо оставить щель между стенами, то есть это типа самая забагованная сейчас вещь, которую юзают многие игроки. Строят по кругу вот такой периметр, и вместо двери оставляют щель между двумя досками. Вы проходите, типа, они нет. Они считают, что вы достроили уже. Ну, туземцы. Ну, тут, не знаю, я не хочу пока баги юзать. Не хочу. У нас есть дверь, если к нам будут сходить по одному, я думаю, я справлюсь со всеми. Даже с хваленными мутантами. Хрен с ними. Блин, я думал, что из этой серии успею еще какую-то вылазку сделать, но мне что-то кажется, что вся эта серия будет посвящена достройке этой хатки. Опять хотим жрать. Что у нас там с рыбой? Три рыбы еще, в принципе, пока что еще рано идти за дополнительной пищей. Там, кстати, в глубине острова красивейшие места, нужно посмотреть. Озеро с лодочкой, там есть пещерки какие-то. Много чего интересного. Я надеюсь, в этот раз играю, но я прям чувствую, что игра должна пойти по-другому. Я себя ощущаю, вернее, по-другому. Теперь я знаю о The Forest гораздо больше. Это что за парень? Я смотрю, короче, чувак какой-то такой стоит. Это что было? Замечательно. Этого парня-то я видел, а вот... так, вещи все остались, все осталось. Нас какой-то другой, короче, парень забахал. Воу-воу-воу-воу!
Тихо, тихо, тихо. Фу, это башка у него торчит. Так, ведерко. Так, ну вот мы и потеряли с вами сейф жизни. Это чё за головы? Мамочка. Тут миллионы голов. Мы попали в основное племя или куда? Нас отнесли-то, а? Так, пить нечего, хотя бы поесть есть что. А, батончик восстанавливает, собственно говоря, питье. Нормально. Я сваливаю вообще, просто сваливаю, даже не расспрашивая этих ребят, что да как. Пусть спят. Там реально было дохерища голов, мы в какой-то пещере. Я не помню, как называются эти штуки, которые нарастают. Палеолит или как-то так, короче. Я не помню, как их называют, извините. Не ученый в этой степени. Я смотрел про них видео. Что есть такие какие-то пещеры на очень большой глубине под нашей землей, там, в литосферных плитах, и вот по наросту вот этих вот, скажем так, я не знаю, вещей считают, сколько лет пещере. Как-то так, короче. Так. Опа, готовы еще микросхемки две, прикиньте. То есть, я так понимаю, проход в их пещеру — это проход в некий склад, где можно еще подсобираться с чем-то. Мне бы сейчас выход найти. Знаете, в чем проблема? На карте вот этот шалашик первый не отображается как дом. То есть придется на ощупь сейчас искать. Блин, а где ж выход? То есть чуть больше шалашек, он уже отображается на карте, то есть что, это место нашего пребывания. А этот маленький шалашик не отображается на карте, и сейчас... Я вроде как уже разбираюсь, что где да как. Так, вот вроде выход. Парни вроде бы все спят, мы так на корточках. По-тихому. Не трогай этих ребят. Ой, что такое? Это кресло от... самолета. Ёкараный бабай. И там что-то, они там что-то... Это реально, походу, самое большое их племя. Так, ну ладно. Я сам себя поджег, походу. А нам хавать даже нечего. Давай, давай, пацан, ты тухни, ты тухни. Мы не должны умирать сейчас так глупо. У нас мед еще есть, я целый. Юзай фонарик. Черт с ним, нам же нужно выходить отсюда. Один выжил! Ты шутишь? Все твои друзья сдохли, посмотри, руки валяются. О! Голова. Вот теперь все хорошо видно. Блин, они, походу, тоже спали возле костра, правда. Я что-то испугался, дернулся. Блин, жалко, что мы не можем брать несколько голов с собой. Я хочу головы ихние, алло. Почему нельзя взять две головы? Почему? С ней можно что-то делать? Ее можно положить на крафтильню? Не шутите так, мне страшно, когда вы такие вещи предлагаете мне. Так, где выход? Я злой, злой лесник. Вы меня багом убили, я теперь я начну юзать свои баги, все. Щель в стене точно будет. Через которую я вас буду долбать и убивать, а вы не сможете в нее зайти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, а что такое еда не восстанавливается, нихера, нужно к костру и... Так это гигантская пещера. Где выход? Эти кейсы не разбиваются? Нет, эти кейсы, ну, мне кажется, потом будут они юзабельны, но пока что нет. Где выход с этой адской садомии? Тут кого-то вешали, господи. Где же выход-то, ребята? Как же вы так херово построились-то, а? Вообще не ок. Я реально не знаю, куда мне идти. Вот это мы попали. Интересная серия. Я хотел расстроиться. Не хотел делать вылазки, но, походу, один из подписчиков закричал, что «Как так? Иди на вылазку!» И его зов услышали туземцы и отправили меня... Вот я сейчас не знаю, где я. Мне кажется, это основная ихняя пещера, которая, я говорю, что в центре острова. Тогда все очень плохо. Давай пробивайся. Блин, где выход? Ну как так? Раз это пещера, мы должны подниматься вверх, а мы опускаемся сейчас вниз. То есть я иду не туда, куда нужно. Трупы, трупы, головы, 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 головы.
Ну где выход-то, господи? Ну как так? Замудрили пещеру, реально хер выйдешь. Зубы. Зубы, зубы, зубы. Жесть, психопаты чертовы. Опять пещера. Вот сейчас садит фонарик, я буду в ступоре. Я и так уже в ступоре. Чувак, ты как ок еще? Уже мерцает. Нет, бро, не покидай меня. Ты мне нужен. Я зажигалка, здесь вообще выхода не найду. Вроде как я поднимаюсь вверх. Пожалуйста. Свет в конце туннеля. Ох, какой-то свет не ок вообще. Фонарик сдох. Нет, еще светит. Слабенько он светит. А-а-а, эти трупы. А вот и гости. Зашибись! Уроды, куда вы меня завели? Это что за херы? Это те белые урукхаи. Ой, как все плохо, ребят. Ни хера не видно, ни хера не видно. Но у них у самих на лбу фонарик, поэтому я... Ах! Тихо, тихо, тихо. Юзай мед. Мед юзай. Да что ты достал ПДА? Он нам сейчас тут не поможет вообще никак. Так, 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 свет, 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 свет. Зажигалку юзай. Сваливаем. Куда валить-то? Куда-нибудь. Зараза, их там куча. Хары бегать по кругу, психопат. Это вообще, походу, завис. А ну, зараза. Я чуть не сломался. Он, походу, багает и меня ваншотит как-то каким-то образом. Куда мне идти? Алло, Стайр, подожди. Я не могу по нему попасть, прикиньте. Как выйти? Чувак, подскажи дорогу, я тебя прошу. Где выход? Куда ты бежишь? Куда вы все бежите? Где вы? Я шел, кстати говоря, вверх. Я уже был уверен, что вот он выход. Неужели мы так бесславно вляпались-то, а? Сраная пещера, где из тебя выход? Это, походу, нереально отсюда выйти. А, вон отбагал начал нас бить. Зашиби... Они отбагали все. Меды кончаются уже. Здесь свет по какой-то причине, не знаю по какой. Чё за бредятина творится здесь? Алло! Парни! Вот этот, походу, был адекватный какой-то, так как вождь такой идет, типа, крутой. Ты чё? Потерялся, что ли? Здесь война. Я людей здесь убиваю, таких как ты. Вон, парень бежит. Зараза! Сдохни. Ого! Нам сейчас свет потушат. Не все отбагали, ребят, это плохо. Все очень плохо, все очень плохо. Вы мне так серию портите, просто дико портите серию. Все было так хорошо. Уроды. Не вижу. На. 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 У нас кончается уже силы, мать его вашу. Еще мед юзай. Так. Гори, падла. Где выход-то, подскажите, ребятки, ну... Это тупик. Я сейчас реально взбешусь и взорвусь. Я в этой пещере еще изнутри не был, поэтому... Как с нее выйти, не имею вообще никакого понятия. Здесь куча трупов, какие-то мини-подъемы, но это все не то.
должен быть какой-то выход на поверхность. Они же сюда как-то прибывают. Знаете, вот самое смешное, что я наоборот как бы не вышел, а зашел вглубь. Там какая-то штука сверкает. О, это жесть. Это The Forest. Ладно, ты бегай, я пошел. Он нас ваншотнул, ребят. А, это уже был 12-й день выживания. Это реально пошли какие-то уже дикие ребята. Возможно, мы даже видели тех самых мутантов, просто не очень отчетливо. Короче говоря, фу, блин, как-то так. Но мы поспали там, в принципе, мы недалеко ушли. Сохранение есть. Вот такая получилась серия. Я, собственно, дом достроить так и не смог. И нас неплохо наказали. Побывали мы, наверное, в самой большой пещере, реально. То есть там людей тьма. Наверное, студентов 15 точно. И вот эти белые с булавами, это вообще что-то прошибает просто страшно. Ну, как-то так. Вот как-то так мы начинаем потихоньку приспосабливаться к The Forest. В следующей серии я точно обещаю, что я, наверное, уже закончу строительство своего дома. И там уж-то придумаем, что делать нам с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.